экипировке. В экипировке. Помогать некому. Потому что 8 часов. А еще никто не пришел. Из сахарщиков. А мы сейчас полезем на леса. Нормально. Опа! Опа! А время, сука, уже 8. Еще не пришли. Нам же мужикам вообще-то хуй. Серый, дай десятку. Да. Там чуть ли не этот, крабовый. Там не десятка, ну, блядь. Дай десятку. Десятку, ну, будет? Да. Бокам встать? Ну, лучше, да. Давай, с той стороны сажешься. Так, Антох, с этой, да? Все, вы стоите, да? Сейчас первый сделаю. А там посмотрим, что пойдет. Куда что пойдет. Помощь вниз. Додавить? Можешь помочь снять? Как скажешь, по две команде. По моей. Оп! 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 Отпускали! Опа! Забирай! Хватит, пока первый раз.380 на брусочек. Просто закрепить. Чуть поменьше.
мышцам надо приучать голову. Мышцы тоже, конечно, но в первую очередь башку. Нужно. Иначе она ни хера не позволит. Папа, кому эти сняли? Все, отпускали. Стой, упало, выйдет. Сюда же, Бог. Папа, кому эти? Отпускали, все, сняли. Что, Серег? Да, первый раз ее не довели, а сейчас что-то это. Прямо завтра не тащит. Ну отдышись. Сейчас, ну. Отдышись. Ты готов же, не? Давайте тогда поснимайте. Вот резину снимите. Резину снимите по бокам. Поставьте пятерку только. Снимай. Десятки, пятнашки снимай. Да, нормально. Щелкни назад. Голова, конечно, очень важна. Чуть побольше веса все равно. Но... Не, первый раз ее не добыли, она то есть у меня пошла назад. А второй раз уже после первого охуел. Потому что твои тоже нормально. Блин, большой, Подальше. Поехали. Путина тигр, как голос попал, не было температуры, это нормально. Пятнашку что ли? Десятку. Обычную? Да. Маленькую, на ребро. Да. Вот эту. Я, сука, пока за ними наблюдал, блядь, уже забыл. Чё хотел. Слышите? Вы слышите? Тишина, блядь. Прикиньте, как приятно, блядь. Почти тишине, блядь, жаль. Очень приятно. Птицы. Охрененная, блядь. Птицы поют, да. Сейчас я пыхтеть начну, блядь. Главное, чтобы голуби не вылетали, блядь. Это так удобнее, Серёг? Да, так удобнее. Чем я пыхтел. Скажите. Поехали. Оп. Так, пускаем. Подожди, забери. Собрали. Чё ты, блядь, перекосила, блядь, направо, а? Не знаю. Прям вот так я, сука, не мог даже начать старт, блядь. Она вот так стоит. С этой стороны нормально было. Может, там низко было? Да нет, по блинам всё нормально. 6.25. Нет, я имею в виду по уровню, про уровень разговор. Она вот так стояла, да, под углом стояла просто, блядь. Я не мог начать даже. Всё? Серега, ты выводи. Скажите. Оп. Оп. Все, пустили. Одинаково стоит. Все, пошли. Жмем. Оп. Там локти аж, сука, втыкаются, даже не видно, что они втыкаются. Я только их чувствую, они втыкаются. Давай. Серый, что тебе? 80. Не верю. Естественно, дохуя. Это только для нас дрищей дохуя. Ладно, хоть уже такие веса ходят. Раньше 300 пахло очень редко. Вон, а Абдулин... Марат, наверное, разминается только с этим весом.
Ремень не трогайте. Хорошо, хорошо. Штанга как пружинка, он это не да, главное, мы тебя вообще не можем не трогать, блядь. Помогаем, даже? Да, помогаем. По моей команде. Давай. Хоп! Хоп! Поехали. Опустили. Давай, 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 давай. Опа, жми, 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 жми. Хорошо, забирай, забирай, все, забирай. Хорошо. Заебись. Хорошо. Да, все. Все, подержал, молодец.